Блогеры – это абсолютные звезды современной реальности, так что мероприятия с их участием вдвойне актуальны. В столице третий год подряд прошла «Вишня-пати», которая объединила представителей российского бизнеса и медиаиндустрии и состоялась при поддержке телеканала «Бридж». «Вишня-пати» пришла идея, потому что, вы знаете, очень много мероприятий, сделанных с пафосных, таких светских, но нет мероприятий именно для блогеров вот такого качественного уровня. Не то, что ты кому-то пишешь и говоришь «Привет, привет», а уже лично глаза в глаза встретился, уже пообщался и уже назначил какие-то, возможно, коллаб, какие-то дальнейшие движения, все остальное. Поэтому я считаю, что это на самом деле очень прикольное мероприятие. Когда единомышленники где-то встречаются вместе, могут делать какие-то проекты, что-то придумывать, делать, создавать классный контент, это, конечно, всегда классно. А еще получать за свои награды премию, а точнее премию «Вишня», которую раздали в 13 номинациях. Ну а гости тем временем вспомнили, как начиналась их блогерская карьера. Для того, чтобы точно хоть как-то начать, надо следовать трендам, а дальше уже проявлять себя. Я человек, энергетика, и я прям дарю людям ее. Если человек вот такой вот грустный, я могу прийти с ним поговорить, и он такой уже, да, круто, Жень. Ситуация какая-то произошла, мы тут же ее видим в сторисах, тут же видим в телеграм-каналах, и сейчас у каждого есть доступ к этой кнопке. Видеоблогинг как жанр начался в 2000 году, когда американец Адам Контрас начал снимать для родных видео о том, как он едет по стране в Лос-Анджелес, чтобы покорить шоу-бизнес. Затем блогинг стал набирать обороты как снежный ком. Сейчас один из самых популярных блогеров мира, Мистер Бист, имеет более 200 миллионов подписчиков. В России видеоблогинг начался во второй половине нулевых и до сих пор развивается, вдохновляя на новые проекты. Мы сейчас запускаем конструктор для создания соцсетей, платформ, для того, чтобы каждый мог себя почувствовать Цукербергом, возможность создать свою социальную сеть, успешно монетизироваться, вне зависимости от того, бизнес это или это блогер. Ну а премия «Вишня» позволила блогерам встретиться и пообщаться в офлайне в закрытой обстановке для своих. В планах аналогичные вечеринки в Дубае, Сеуле и Шанхае. В общем, наши блогеры готовятся покорить мир.